когда-то в микрорайоне Юность огромный участок должны были застроить под жилищный комплекс Звездный. Но постепенно эти участки стали отдавать под застройку других домов. ЖК «Авиатор» и ЖК «Юность». Сегодня 19 января 2019 года, суббота. И, несмотря на выходной день, идет активная стройка. ЖК «Юность» перекрывают пятый этаж. Строят по одной секции. Очень сильный ветер, снег, и все равно стройка идет. Когда вот здесь был огромный пустырь, а теперь будет длинная угловая секция ЖК «Юность». На заднем плане ЖК «Авиатор», тоже бывшая стройплощадка Звездного. А вот и сам Звездный угловой дом. Это просто кирпичный дом, покрашенный краской. Построили уже две секции и сделали фундамент под секцию номер 3. Вот такой у нас будет проспект в Юности с фонариками. ЖК «Звездный» застеклили полностью вторую секцию. Дом готов к сдаче. Ведутся какие-то внутренние работы. И вот они делают сейчас фундамент, следующую секцию. Новая школа в Юности на заднем плане и бывшая заброшка Санта-Барбара превратили ее в фитнес-центр. Два дома, в которых живут сотрудники органов правоохранительных. Дома элитные с индивидуальным газовым отоплением. Построены несколько лет назад.